У неделю белорусские медики отзначат свое профессийное свято. Об запотребованности у грамадстве этой профессии можно мерковать по таких личбах. Только в минулом годе жихары Гомельской области наведали стационарные установы каля 300 тысяч разов. При этом для повышения якости и доступности обслуховывания для больниц и поликлиник закупили новое обсталявание больше как на 22 миллиона рублей. Напередодні дня медицинского работника наш корреспондент Олег Сенцеров наведал одну со старейших установ Галины – больницу худкой меддопомоги. Надпись «Земская больница» на одном из корпусов Гомельской больницы худкой медицинской допомоги выявили по час ремонтных работ у 2012 году. История установы – это история становления медицины усёй Гомельщины. За час ее деятельности тут значили себе у профессии сотни талиновитых врачов, медсестер, санитарок. Именно этот будинок был возведен в 1903-м, а про 10 годов на сродки княгини Паскевич побач открыли еще один, больше ведомый, как шпиталь. В этой мармуровой лестнице 106 годов для работников больницы худкой медицинской допомоги и на свой особливый символ стабильности и переемности поколению, начиная с 2013 года, будинок выкористовался выключно у якости медицинской установы. Сегодня в былым военном шпитале проходит курс лечения звычайных гомельчане, але ведомый он не только своей историей. Несколько годов тому именно в этом будинку открыли эндоскопичный центр, что дозволило снизить количество раковых захворований у кишечника. Это саправды значная проблема. У вынику крыху больше 4000 проведенных тут обследований медики выявили кля 400 человек, якія имели перераковые симптомы. После оказанной допомоги яны лечатся полностью здоровыми. Мы имеем возможность удалить эту опухоль на стадии предракового заболевания и фактически подарить человеку жизнь. Причем делаем мы это все одномоментно в нашем центре, делаем мы это все безболезненно, делаем мы это все без длительных госпитализаций. Все больше широкое применение сучасных технологий, отметная рыса белорусской медицины и Гомельская больница худкой медицинской допомоги не выключение. Новое обсталевание позволяет проводить высокотехнологичные складанные операции. При этом у администрации больницы подкресливают, установа не спиняя оказание послуг ни на хвилину, и на просое круглосуточно 7 дён на тыдень. Технический уровень нашего учреждения позволяет выполнять практически весь перечень экстренных хирургических вмешательств, включая травматологию, урологию, гинекологию, круглые сутки. Для этого у нас есть все необходимое оборудование, и более 35% наших операций, которые мы выполняем в год, выполняются с использованием высокотехнологичного оборудования. Олег Сенцеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».